Hey, okay, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands The Pre-Sequel. Эй, какой это там DLC. DLC, собственно, железяки, там очень длинная DLC-шка называет, название DLC-шки, поэтому как-то так. Okay, so we got ourselves... Так, значит, теперь у нас есть план. Следуй за железякой, он приведет к тебе в мою источник. Эй, окей. Давай, в путь. Good? Хорошо, хорошо. Мы это тоже проходили, все. Поехали. За 13 кусков? Нихера себе. Ой, стоять, а у меня этих сколько? 36. Блин, нужно было сходить апнуть. Стоять, и как раз мне нужно этот узнать, сколько мне... Нет, блин, я не знаю, но 36! Урнут оружие 12%. 30 уровня пистолет, пиздец. Не, это... Такое. Ладно, полетели. Не будем не терять ни минуты. Проходим DLC нормально. Я проведу тебя по кратчайшей зоне. Вау. Уп. Карантин. Слушай, тут нам предупреждают о чем-то. Тут пахнет тюрьмой. Это не просто тюрьма. Видишь этот куб? Сюда отправляются все отбросы системы. Оттуда ничто никогда не выходит. Круто, да? Блинчик! Блинчик! Кто здесь? Кто здесь? Обожай его! Нет, никакого блинчика. И кто это был? Окей. Ну же, идем. Так, я вижу мусорку. О, тихо. Если я улыбаюсь, железяка, то один губами. Я беспокоюсь за Пиклса. Это малыш не такой уж крутой, как ему кажется. Иногда железяка проходит ко мне в гости, а я просто прячусь, чтобы что-то там. Окей. В общем, я привел тебя сюда, потому что теперь, когда твой администратор пароль аннулирован, тебе понадобится оружие. Целая куча оружия. Так, я вижу, что туда можно куда-то пойти. Я думал, это... Рекламный глюк. Я думал, это, знаете, типа, очень жесткие враги. Я думал, они атакующие, это... Подожди, может, они атакующие, но это просто такие враги. Враг у меня попался. Ладно, открыть. Блин. Типа прикольно, но какой смысл мне от него, если у меня уровень меньше? Да, теперь все мои системы будут против тебя. Двери закроются, поднимутся стены безопасности, и тебе будет нереально сложно. И, конечно, так, протоколы неуверенности будут охотиться на тебе. Похоже, в этом есть предлог обаяния. Предлоги обаяния. Возможно. А это так было задумано, да?
Странно, что вот эта реклама не поднялась, если там реклама. Да, я могу пойти куда захочу, даже без администраторского пароля. Меня все же тут знают. Фу, блять. Введите пароль первого уровня. Я все сделаю. Добро пожаловать, Тефил. Я вижу с тобой гость. Все гости должны пройти сканирование, чтобы получить доступ второго уровня. Тифани. Да уж. Ай, да шутники. Шутники. Так, вставай на этот сканер. Не волнуйся, ничего страшного не произойдет. А, точно ты уверен в этом? Что-то я сомневаюсь. Так, а там что? Кажись, я здесь был, да? Да, я здесь был. Вот здесь железяка, который спит. Ну ладно. Но это место очень похоже... Странное. Очень странное место. Ладно. А, так, сейчас я просто проведу свои данные, обновление системы, и дверь откроется. Неправильная идентификация, но пользователь. Перемещаю в корзину. Нет, 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 нет. Не открывай пол. Я сказал дверь. Поле удаления активированы. Удаляю файлы. Ой-ой. Железяка, останови это. А, я понял. Я понял. Ну, понимаешь, я скоро... директора. Ну, я понял, в принципе. Придумать что-нибудь. Даже не знаю, попробую во что-нибудь выстрелить. Ну, только сюда. А есть второй вариант, это когда они начинают светиться сверху. А, вот, тю. Так, все. Ха, видишь? Всего всегда полево проблемы в нашем случае, поэтому свечение крутящимся предметом. Внимание, начинается. Последствия удаления. Рекламные глюки прикольно сделано. Тихо-тихо-тихо. Мне главное не сдохнуть. А, мне нужно в нижнюю стрелять. Ладно, плевать. Ладно, так уж быть, берем посильнее. Опа! Да я понял, камон. Все? Внимание, начинается последствия удаления Чарли. Мануть! Хорошо, берем оружие помощнее.
Оп. Так, кажется, перегрелся, да, этот? Что меня куснуло? Мне все-таки какая-то херь да атакует. Ах ты! Я думаю, кто меня атакует? Ух ты, это было жестко. Ну ладно, держи так рядом, когда ты пропадешь. Ну да, я тогда точно нигде не пропаду. Ты прав, железяка. Пес не отвлекают. Так, минуточку. Что-то где-то пошло не так, да? Так, сейчас 5 секунд. Так, окей, возвращаемся. Там нужно было дела решить. О, фризы, фризы. Да, я понял. Пушкам. Может вообще их не покупать за вот эти денежки, что дают? Все равно фигню дают. Так, используйте огненный секинный урон против чего там? Так, действительно, где-то здесь есть источник H. С моим именем. Нет, это просто метафора, на самом деле. А, просто найди ее. Не понимаю, почему ты все еще работаешь на Джека, он же показал свое истинное лицо. А думаешь, я могла отказать от таких деньжищ? Вариантов тут немного, а без крышек надо головной надо думать. Нам? Мне и Спрингл. Оо. Так, ладно, собираем пока что вижу. Собираем то, что вижу. Там обычный ящик, не буду тогда к нему идти. Ага. Это я. Интересно, сдох был бы? Умер бы или я? Так, это у нас возвратное, это поступательное. Хорошо, поехали. Так, я вижу сразу миссию. Пойдем возьмем. Я, кажется, видел еще ниже, да, что-то? Либо мне показалось, походу мне показалось. Тревога, обнаружен запретные данные. Похоже, я с этим не смогу тебе помочь. А, я понял. Прости. За что блокировка? Блин, погоди-ка, здесь есть файлы с инструкциями. Придется изменить себе язык. А, я понял. Воу-воу-воу. Ух ты ж, ё-моё, они... Значит, именно прыгают? Атакуют нормально? У-у-у-у! У-у-у-у! Давай, 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 давай. До свидания, до свидания, до свидания, все. Давай, коррозия.
Почему я не могу их убить? Бич, что за бред? Можно понять, где слабое место у них? Пипец, вот это сложняк. Очень гибкие парнишки. Ну хотя бы опыта нормально дают. Вес вот это стрелять ему в эту часть довольно сложно. Это только начало, это еще даже не босс этой DLC. Я представляю, что будет, если это был бы босс DLC. Я по-моему сейчас отсюда вылезет. Филку возьми, а я фул. Окей. Денежки. Воу-воу-воу-воу! Мать. Животные какие-то непонятные. А давайте я против них этот использую. А то они 30 уровня. Не, ну смотрите, в принципе нормально работает. А, так у них голова тоже... В смысле, а почему тогда, когда я стрелял, я типа не мог никак их закосать? А, странно работает. Больше денег. Миссию нужно будет обязательно взять. Hello, привет, мам. Привет, папа. И сестренка. Я знаю, вы не вернетесь, но все равно решил так черкнуть вам пару строк. После нападения, так, идет так, потрясающе, создал новый бизнес, торговлю чем-то. Она, парниш. Я думал, это воспоминание железяки. Железяка был малым. Truth is, this whole place is scary as anything. But I'm doing what I promised, Mum. Having a brave year. I miss you. There, I said it. But I'm not giving up. Never. Так, окей. Ой-ой-ой-ой-ой. А, так они тоже убиваются ваншотами, ё-моё. А я тоже испугался. Фух. А не, я понял. Ух ты ж ё-моё. Досидос.
Ох, что вот это за оружие у тебя? О, я понял, что это у тебя за оружие такое. Вот этот робот жесткий. Ага. Не, все. Я теперь могу не бояться вот этих. Ай-яй-яй. Отлично. Я просто думал, что их вообще нельзя пробить. Оказывается, в голову стрельнул и все изи. Значит, выживаем. Только перезарядить все нужно. Так, ну у меня прохода, в принципе, там нету. Поэтому туда я мог даже не идти. А, вот это бы меня убило. Это вы хорошо подготовились. Глючные ящики. Так, поехали. А, я еще должен уворачиваться от этого. Нифига себе. Так, готово, хорошо. Так, ну обратно мне не нужно. А мне как-то в эту точку нужно попасть. Измерительный бит. Все. О. Все, всех легко убивать. Все, это легко делается. Хорошо. Берегись, эти вирусы, они хитромудные штуки, они поглощают любой тип урона, а затем преобразуют. Так, меньше раз. Короче, это опасный херри, хорошо. А, то есть они именно меняются еще. Окей. Это снова я попробовал так в Драконсборгу. Если честно, то мне помогло крутой искатель хранилища, он проник туда и разнесся. Щепки, он даже занес туда что-то. Та-та-та. Ладно, пускай рассказывает, я пока буду искать то, что мне нужно. Мне патрон для ВП нужен. Dead in a kraken nest, or worse. Ну это легко на самом деле. Типа, я думал, им куда-то в определенные точки там где-то стрелять надо. Оказывается, нет. Так намного все легче, поверьте. Вы уж мне поверьте.
Так, а мне все равно интересно, что в другой стороне находится. Давайте я быстро туда слетаю, пока у нас время в какой-то промежуток есть. Походу я могу по платформам еще прыгать. Довольно опасно будет занятие. Но видите, вот платформа, я по сути на нее могу запрыгнуть. Ага, мне пока еще там ничего не доступно. Хорошо. Значит, меня туда приведут по сюжету, либо типа того. Но то, что биты меняются, это нужно запомнить. Они, скорее всего, могут меня и отхилить, и убить. Поехали. Мне заинтересовало то, что здесь находится. Мне как раз все равно для снайперки патроны нужны. Мне все равно сюда нужно идти. Так. Здесь что у нас? О! А, я, блин, думал, апнулся. А нифига. Я еще нифига не апнулся. Да, сюда миссия, в принципе, нас ведет. Именно не в эту точку, но все же. Ну блин, нужно точно в голову стрелять, чтобы грохнуть. Но видите, они умные, они прячутся за коробками, все такое. Вот он сейчас взял, типа выглянул сбоку. Они все враги так делают. Значит, так она не делается. Хорошо. Hello, mom. Hello, dad. Sis. I know you're not coming back, but thought I'd drop you a line anyway. I've had the most amazing time since the attack. I've started my own business, buying stuff to sell. You always said I was a scrounger, dad. So at least you were right about that. I'm still trying to sneak into the Drakensberg, get your stuff back, but it's proper hard. The bosun and his crew are right nutters, and they flipping hate me now. Truth is, this whole place is scary as anything, but I'm doing what I promised. Поехали. Having a brave year. I miss you. There, I said it. But I'm not giving up. Never. Так, магазин. Патроны. Отлично, стоять. Энерго у меня все. Хорошо, поехали. Глюки можно и так убивать. Полет равно всегда. Вот этих уже тяжелее убивать. Потому что они летающие. Я думаю, это очевидно, да? Хорошо, я вижу платформу. Ого. Снупер. Ну ты и снупер. Я тебя не убил? А должен был? Нет, не, я его убил.
По трубе нужно идти, окей. Я сразу не догадался. Так, патроны для пистолета. Турельки не пожестче будут, ладно. Это чтобы сразу не сдохнуть. Ага. Хорошо. Ну видите, они сразу броню меня сбивают, и считайте, я труп. И начинаю подыхать. Да ладно, возьму. Белоту возьму. Так, снайперка, хил. Местный лифт. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Эта херня еще и присаживается. А? О? Пипец, вот этот гранатометчик жесткий. Так, теперь куда? На самом деле здесь запутано, все, походу вижу. Так, либо это наверх, либо это вниз лифт. Мне непонятно, куда идти. О, вижу. Так, пули, пули, пули. И путь обратно. Ага. По времени у нас достаточно. Давайте зайдем. Так. Кластер 00, что тут? О, нихера себе. Не, если у нас такая... Расстегнулась. Если у нас такая локация, давайте тогда уже потом, я думаю, да? Так, похоже, нужно использовать эту консоль, чтобы вытащить кластер из источника H. Это 00773. Это же Borderlands первый. Вот эту я помню локацию. Эти я помню локации. Вот это, кажется, самая первая, да? Блин, мне аж интересно, какое оно мне там что покажет. Подожди, вот это, кажется, вторая часть. Борды. Блин, на самом деле уже не помню, где первая, где вторая. Давайте тогда на этом, я думаю, закончим и в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.